Друзья, с вами снова я, Читрунгель. Сегодня я вам покажу третью часть сериала «Жизнь Грэнни». Поехали! Что так жарко. Я что, уснул прямо в парилке? Господи, как это... Блин. Я уснул прямо в парилке. Офигеть. Да я бы мог поджариться бы. Так. Нет. Сегодня я точно свалю из этого дома. Чтобы мне это не стоило, надо найти весь двигатель. В прошлый раз, когда я собрал весь двигатель, у меня те бабки отобрали все частички. Вот. Поэтому надо находить все частички от этих. Не оставлю ни одно место. Все заберу, все увезу, надеюсь. Так. Надо идти искать дальше. Что там за этими коробками будет? Вау, как они эпично распались. На столе ничего нету. Опа. Этот ключ от чердака. Видимо, те бабки все запрятали, все починили. Какие? Мне кажется, мал тоже новую. И там эта ловушка. Надо будет заморозить эту бабок этих. Так. Интересно, что там в этом шкафчике. Окей, иду дальше. Они починили дверь. Там ключ. И мне кажется, я должен туда попасть просто ради своих подписчиков. Надо найти молоток. Я там открою, зайду, видео покажу всем подписчикам и все нормально будет. Так, медведь меня не интересует. Опа. Ключ заберу с собой. Как же без медведя-то? Без медведя никак, а то мой сын будет. Такое ужасное место. Окей, я теперь могу туда пойти ради подписчиков. Бабу куда-то ушли. Так, ну тут отколоть можно. Фух. Я вчера не знал то, что усну прямо в банке. Я бы мог бы вообще запариться и умереть. Но я выжил. Давай. Вторую досочку. Так, тут мясо есть. Так, ставь. О! Ух! Беру, как обычно, вазу. Захожу в клетку. Так, надо открыть специально дверь. Что-то вас застряло. Значит, так не откроется. О, вот болтик падает. Опа. Беру вот так вот и... Болтик! Давай. Вот. Настраиваю камеру. И включаю. Всем привет, друзья! С вами снова я, Внучок.
Еще опять записываю ролик, только я уже сюда могу зайти, типа, сейчас я скоро уеду, заберу вот эту вот камеру, и мы с вами будем в новом доме. Либо же в новом доме будут камеры, которые я арендовал. Я арендовал дом. Вот, с этого я буду съезжать скоро. Так что, ребята, если вы будете спрашивать у меня, почему я не в клетке с камерой, то я просто купил новый дом. Вот. Не забывайте подписываться на канал. Наша цель 2 миллиона подписчиков. Небольшое такое интервью постоянно опять записываю. Потому что я здесь оказался. Вот. Поэтому я здесь оказался. Здесь у нас ключ лежит. А я скоро перееду в более нормальный дом. Надеюсь, то, что он будет нормальный, без всяких штучек этих, без решеток. Если с решеткой, я перееду. Ладно. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. Все, камеру выключил. Теперь надо зайти. А я не знал, что тут закрыто. Ваза. Ребята мои, наверное, там уже скучают по видео, а они пока что загружаются. Блин, если я сейчас разобью вазу, бабушка меня точно пригрохает. Я разобью ее специально. Я отомщу бабушке. Опа. Это ее любимая ваза была. Она прям обожала ее, потому что она очень любит ее. Да, ребят, ой, я же забыл, там мясо было в комнате моего малыша. Да, так вот лохануться и не заметить мясо. Да, идем к паучку. Короче, если оставить эту дверь открытую на ночь, это как паук просто его съест. Бегу, 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 бегу. Все. Дело сделано. Теперь я должен идти дальше, искать запчасти от двигателя и бензин. Я, кстати, раньше не заметил бензин. Надо было замечать. Надо было смотреть на эту полку. Да. Надеюсь, в следующий раз буду замечать и обращать на это внимание. Бардачок. В бардачке ничего нет. Та книга. Ее надо сжечь. Хотя бы от нее. Как... Точно. Я же могу ее сжечь. Этой. Да, вот так вот. Включаю парилку. Пусть она там жжется. И чтобы пар не выходил. Сейчас она сгорит. О, надо закрыть багажник. Открывайся, багажник. И капот закрыть. Надеюсь, она уже там сгорела. Могу посмотреть. Она не сгорела. Что? Нет, ты будешь гореть вечно. Все. Эта книга, я хочу сказать, что должна гореть вечно. Фух. Там так жарко, потому что под землей находиться. Тут чего? Ничего. Коробки.
Двигайтесь на свое законное место. Почти закрыл. Ну вот, закрыл. И коробкой вот так вот. Так подровнять надо. Во! Отлично. Теперь я иду туда, вот сюда. Так, тут ничего, опять мясо с кровью. Привет, прабабушка. Шестеренка. Ну что, прабабушка? Может тебя скинуть, а? Тебя очень любил 10 лет назад. Ну... И как-то... Это так больно, никто не представляет. Насыплю-ка я вороне. Насыплю вороне шестеренку. Эх, картину заберу с собой. Надеюсь, в том доме не будет никаких прабабушек моих. Надеюсь, там в том доме ничего таких не будет, ничего такого не будет. Но говорят то, что это старый дом дедушки и бабушки. Если это так, то мне придется приезжать туда. Там уже снимать квартиру, и в город потом поеду. В город, который называется Москва. Сейчас я нахожу в Томске. Дисклеймер. Я не живу ни в этом городе, ни в этом городе. Я вам говорить не буду, в каком я городе живу. Потому что вы сразу будете приезжать. Мне кажется, вы знаете, где живет Аид. И там я живу. Вот, я, короче, сейчас несу сюда. Странно. Но... Я, видимо... Да. Нам надо поискать вещичек. Обязательно поищу чего-нибудь. Тут что? Похоже, здесь ничего. Да, тут ничего. И там я знаю, что, поэтому... Я сниму картину, ту комнату, чтобы бабушка знала то, что я разгадал тайну. Опа, это что за щель? Ладно, неважно. Там у нас нету. Там у нас ничего нету. Мы можем отправляться ронять картины. И... Опа, ключ в холодильнике. Видимо, бабушка проверяла холодильник. Так, да, когда я упал с третьего этажа, это, конечно, было больно, но я выжил. Да, когда я первый раз смотрел Майнкрафтеров, именно фиксплей я первый раз смотрел. Ребята, я хочу вам рассказать небольшой дисклеймер. На самом деле я смотрел самого первого компота. Потому что на тот момент это был 2017 год, и он уже был популярный. Не там, не то, что какие-то фиксаи, топовские, а именно компот. О, да, фиксплей самый крутой был в прошлом году. В этом году какой-то фиксай там. Я не знаю, конечно, что это фиксай. Ну, возможно, это тоже хороший ютубер. Я не знаю. Помню его клип. Да.
Были времена. У нас тут есть этот ключик. Вот. Опа. Тут вот карточка. Ее тоже надо будет активировать в кладовке. Так, где ее? Какие-то доски. Что там вижу? Что это за дверь? Открытый дворик. Ай, башка. Но я ударился башкой. Башкирия. Да. Башка, потому от слова башка. Вот. Беру вот эту шестеренку. Что тут? Ключ от двери. Это разве спасение? Это не спасение, что? Надо в колодец выкинуть. Нафига. Я вот это... Я же кинул туда, в колодец. Странный какой-то ключ. Ну что ты туда таки сюда таки кидаешь? И тебя закрою сейчас в сундуке. Окей, вот так вот. Во! Ту-ри-ру-ру-ру-ту-ру-ру-ру. Как же это хорошо. Пусть бабушка туда свалится. Хе-хе. Так, иду к скелету. Бензин, точно. Ой, что-то по дороге захотелось. Пока шел по этой лестнице. В туалет захотелось очень сильно. Значит, надо сходить сейчас. Ой. Как это отлично. О. Можно вытирать задницу. Все, сделал. Сделал, гуляй смело. Фу. Фу, как тут воняет теперь. Ладно, иду за той карточкой, которая открывает кладовку. О. Что-то могу взять. Руки устали. Короче, вот ты где. Лукашенко говорил. Короче, вот ты где. У меня же Лукашенко.
Украине какой-то Зеленский зеленый. Оскорбляю. Все президенты хорошие. Но... Кто же Беларусь? Его нет. Холодильник должен морозиться. Ничего нет. Тут тоже ничего нет. Тут тоже ничего нет. И тут тоже ничего нет. И тут тоже ничего нет. И тут тоже ничего нет. Гаечный ключ мне пока не нужен. А нужно идти к скелету. К скелетику опять. Привет. Так просто? Опа. Стоп, а что здесь? Ничего. Ну да, они починили дверь, эти бабы. Что там? Мне кажется, как обычно, дверь закроется. Скелет, батарейка. Да, дверь закрылась. Надо опять замораживать ее и выбивать. И там положил. Что оно? Где ловушка? Эй! Мне это не нравится. Дедушка меня учил кунг-фу. Так, где батарейка? Вот она. Прошелся по ловушке. После такого холода можно и в парилку сходить. Мне холодно. Ты что? Опа. Поиграть со мной решила, решетка. Я умею. Я все могу. Ой, так холодно. Бло-бло. Тепло-тепло. Теплее. Книга! Но она почернела. Отлично. Пусть теперь тут парится. Теперь надо искать ключ еще один. Так. Ой. Наверное, меня дедушка вспоминает. Берем семечки. Конечно, не уверен. Зато дома. Не знаю, я сбегу или нет. Семечки точно надо вороне отдать. Раз в 3 года. Уже ездят тут.
Достала меня мясо. Ты меня тоже достала. Ну чё? Даже пожрать. Спасибо. Мне кажется, мне только не хватает молотка. Ох, какой чебурек вкусный. Пишут мне на телефоне. Потому что у меня вот он телефон. Все отсвечивает. Куда я иду-то? Я хотел посмотреть на телефон. Я забыл, что он у меня деревянный. Зачем я это сделал, непонятно. Ой. Вот тот ключ. Хопа, камера. Ой, ключ он. Вот он. Так. Иду вставлять ключ в сейф. Тун-тун, тун-тун-тун, тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун. Я шел сюда ради этого. Я думал, там будет эта штука. Двигатель. Там оказалась вот эта рукоятка. Я так разочарован в этом. Эх, ну что будет? Тун-тун, тун-тун-тун, тун-тун-тун-тун. Арбуз! Ах, ну что там будет? Тот синий ключ, который мне нужен. Пойду-ка я. Что, дверь была, что ли, закрыта все это время? Странно как-то. Так. Иду открывать тот замок. Скоро я точно сбегу. Открываю. Здесь тоже открываю. Так. Иду за молотком. Времени мало. Бабушка скоро придет. Времени мало. Да. Быстрее за молотком. Быстрее. Вот он. Через полчаса придет бабушка, блин. У меня есть несколько. Скорее. Так, иду туда. Давай. А, вот он. А, куда я? Осталось 29 минут. И она придет. Скорее. 29 минут осталось. Это мало. Быстрее надо. Быстрее. За гаечным ключом. Гаечный ключ на кухне был. То крутить. Крутить. Болтики.
Быстрее, быстрее, бегу, 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 ху-ху. Скоро бабушка придет. Бабушка. Бабушка написала то, что придет через 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Кто там шумячно включал? Ой. Кто завел машину? Внучок, это ты? Ой, как меня оглушило. Ай. Внучок, я не поняла. Стоп, ты куда уехал? Фух, уехал. В какую-то надпись врезался еще. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Помните, наша цель 20 подписчиков. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока. Это Господь.